У него вокруг головы большой шар, такой туман, светящийся. Мы его соберем с Боишься собой? лунности? Вместе с ним можем взять. Вместе с ним, да. Хорошо. Защищаем его физически, беру его защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Валерия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Валерия поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. На месте. Мы приветствуем Валерия. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он говорит доверию и руки в сторону разводит. И у него этот свет вокруг него везде, как оболочка какая-то. И я даю команду на счет 3. Этот свет силы моего намерения выходит из его биополя. 1, 2, 3. И отправляется в клетку, тюрьму до последнего микрона. Да, будет так и так и есть. Он не выходит. Не выходит? Нет. Хорошо. Так, я даю команду сканеру сейчас выстроить от этого света канал, просканировать этот свет, выстроить канал в клетку-тюрьму и до последнего микрона по каналу отправить этот свет в клетку-тюрьму. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Опиши. Знаешь, очень медленно, как мед, вот так начинает течь по этому каналу. Усиливаем все в 100 раз. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Я так понимаю, это кто-то очень плотно синхронизирован по всему телу с ним. И вот это вокруг головы, что большое вначале видел, это его голова. Отлично. Хорошо, все, ждем, пока все это выходит. Какой паразит там у нас? Слушай, это ящер, и свет, он у него уже не свет, он коричневая. Ящер, да? Снимаются все маски, голограммы, сущность пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Это я считаю. Считаю у нее цифры над головой. 564. 564. Хорошо. Агрессирует? Он рот открывает, стоит. Большой рот у него он открывает. Что ты здесь делаешь, паразит? Выстраиваю канал от ящера, если еще он с кем-то связан, притягивается в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Стоит в клетке. Нет никого. Хорошо, итак, что ты здесь делаешь? Ощущение, что ему воздуха не хватает. И вот он дышит, и вот этим ртом пытается поймать воздух. Кашляет. Еще то не есть так для будет. него неожиданно было, что он в клетке. Да, это будет ему сегодня. Если он не будет, если я еще 2 раза задам вопрос, если он не ответит, я открою галактическое ядро перед его клеткой, и он идет туда на переработку. Живет он здесь, он отвечает на твой вопрос. Сколько ты находишься в этом биополе? 8 лет. Что это за тягучая энергия, которую мы вытаскивали? Синхронизирован плотно. Как ты воздействовал на него? Как оно отражалось на нем? Ты затруднял ему общение с людьми? Он его как поглотил. Будем Ты разбираться. Спроси еще раз, сколько лет? 8 или 18? Сколько ты лет находишься в биополе, Валерия? Пошла цифра. 18. 18 лет. Понятно. Так, я даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Валерия под ногами. Вы становитесь заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел. Валерия находит все. Есть у него нижний бес есть. Бес. Ну, с этим они могут еще. Считай цифру беса над головой, пожалуйста. 8. 8-герцовая. Хорошо. Еще ждем. Спрут есть. Все. И спрут. Так, бес, сколько ты находишься в этом биополе? 5. 5 лет. На что ты зашел? Ну, приятно внимание к нему. Еще раз объясни мне. Я не понял. Чье внимание к кому? Мне нравится находиться здесь. Что его спрашивают? Это хорошо, он не ответил на мой вопрос. Но он называет это страх. Он зашел на страх. Хорошо, какой это страх? Страх перед чем? Делает что-то. Он показывает, что ему что-то надо делать. Да. Он морщится. Это было до тебя или ты это
или с тобой появился этот страх? До него это было. То есть практически получается, ты зашел чисто на свою чистоту страх. Да. И там себя уютно чувствовал. Хорошо, меня такой вариант устраивает. Кто из вас присутствует еще в квартире, Денис? Валерия? Энергия ящера присутствует. Больше никто. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. Хорошо. Вы знаете, где вы находитесь. Сейчас мы сразу начнем с реверса энергии. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Валерия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилим потоки в 50 раз. Бес, скажи мне, есть ли арвы в биополе? И есть. Где? В каких местах? Объясни мне. Пах. А откуда там появилось? Кто это такой? Энергии здесь? Выплескивать надо. А, собирается. Собирается, понятно. Хорошо. Еще где, кроме паха? Горло. Хорошо, бес. Я намерен тебе дать эти лярвы. Хочешь меня попросить о них? Ну, с удовольствием. Хорошо. Значит, придет время, когда ты вытащишь все, придет твоя команда, и отдельно я дам команду на эти лярвы. Можешь их все с собой забрать. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Валерий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Есть. Отлично. Хорошо, реверс закончился. Тогда начинаем со спрута. Спрут, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе Валерия, и возвращайся назад в клетку. Значит, у спрута с ящером договоренность. Спрут... А вот как? Спрут занимает верхнюю чакру, и он усиливает кашу в голове. Эта каша, она уплотнилась в такой, как энергии спрута. О, спрут, да ты, оказывается, еще и террорист такой. Не поджарить для тебя энергии атмана за такой сговор с ящером? Попробуй что-то не вытащить или забыть, я тебя сожгу сразу на месте. Присоски по голове у него, лоб, виски, голова выше всего. Но он снял все. Возвращайся в клетку. Вот эту энергию с головы, да. Плотную. Да. Он ее как какой-то камень взял, вытащил и пошел в клетку. Как это воздействовал этот камень, спрут, на Валерия? Что ты там в голове его устроил? Атрофировал мысли, идет слово. Это значит что? Мысли как камень. Да ты садист, я смотрю, спрут. Не знаю, надо будет сегодня уточнить, куда тебя отправлять. Или в межгалактическую полицию за такое издевательство и за такой план коварный, который ты сделал с ящером. Будем разбираться. Хорошо, значит, ящер... показывает, да. Больше, то есть нет движения никакого. Циркуляции нет внутри. Но он полностью его волю подавил. Это насилие над душой. Это против всех межгалактических законов и плана мироздания. И тебе, спрут, еще непонятно, куда ты попал. Я еще объясню. Ящер, что еще осталось на твоей чистоте в биополе, Валерия? Отключки остались по всему телу. Выходи, отключайся полностью, возвращайся в клетку-тюрьму. У него вообще энергии не проходит по телу. Он забил все чакры. Ты что, убивал его ящер или как это понять? Получается, что он его подстраивал под себя и сам подстраивался под него, синхронизируясь с ним. Угу. Отключки снял. Хорошо, вернулся в клетку. Хорошо, бес. Давай, выходи, отключайся. И на месте доложи мне о готовности. То, что ты все убрал. Приступай. Бес говорит, какая все-таки они страшная цивилизация. Ужасная. Их даже вот с вашей... Мы красивые. Они не только ужасные внешне, они еще намного страшнее для человека, скажем. Ну, я бы сказал, ты тоже свой вклад носишь, но ты не забираешь столько энергии, сколько забирал вот этот ящер в течение 18 лет, и ты не до такой степени синхронизирован. Ты как-то берешь, подпитываешься
Но ты зашел на свою частоту. На что он зашел, это совсем другая вещь. Космические паразиты, они намного опаснее, на мой взгляд. Он говорит, я его будил. Будил? А почему? Какие-то эмоции вносил в его жизнь. Они вообще его практически выключили, да? Как камень. Кошмар. Ну, он так и описывал ситуацию. Рук снимает ему... он ленты у него. Дергал понятно. За них. И с ног. Утяжелял все. Он говорит, нет, зачем его утяжелять? Он и так утяжеленный. Я старался эмоции развлечь в нем. Дергая понятно. На руки и ноги. Но он бы долго не протянул с такими двумя сущностями. Один в камень в мозгу установил в голове, а второй... его полностью покрыл всем этим своим светом, не ко всем чакрам подключен, ко всем каналам. Это просто садизм в моих глазах. Он говорит, что он протянул бы долго, потому что он физически здоров. Ну, понятно. Но что бы это за жизнь была? Это другой вопрос. Он все снял. Понятно. Хорошо, Бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в биополе. Валерия, приступай. Ничего не забывай и возвращайся назад потом к себе. Готов. Хорошо. Доволен? Да, очень доволен. Хорошо, переходим к рассинхронизации. И я даю команду Валерии на рассинхронизацию. Значение 100%. Со светом идет рассинхронизация, Вера? Знаешь, со спрутом рассинхронизировался и с бесом, а с ящером очень трудно им рассинхронизироваться. Они как сплетены вместе. Хорошо, я подхожу к Валерию и помогаю ему своей энергией провести рассинхронизацию максимально быстро. 1, 2, 3. Пошла энергия. Ускоряем процесс. Готово. Даю команду на счет 3, включая внутренний белосвет Валерии. Выдавливаю из него все эмоции страха и лени. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. У него через вишутку все выходит. Оттуда и лярва была. Отлично. Через голосовую чакру. Понятно. Ждем, пока сформируется шар. Готово. Бес, забираешь? Еще подарки давай. Отправляю бесу. Даю команду на контрольную проверку сканеру. 1, 2, 3. Сканер проводит контрольную проверку. Выпаривает наночастицы, возможно, оставшиеся в биополе. Еще вот интерферентов на месте. Подхожу к Валерии, кладу руки на плечи, помогаю моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Бес. Готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. И Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Он говорит, что буду уходить, если тебе нечего больше мне дать. Ну, больше ничего нет? Или что-то еще осталось? Ну, ладно, пойду разбирайтесь сами. Хорошо. Готово. Закрывай, печатай, растворяй с того огненную пентаграмму. Хорошо. Так, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушай. Или я тебя приветствую еще раз. Посмотри, пожалуйста, 18 лет ящер, страшнейший синхронизирован, белый свет, и работал в паре со спрутом. Спрут в голове своей энергии чуть ли камень не установил. В общем, страшнейшее какое-то воздействие. 18 лет, ящер 564, и свет все стоит в клетке. Забираем обоих, все остальное на уничтожение. Хорошо. Лет через 180 поумнеет. Спрут очень не нравится. Да, он показывает на ящера, говорит, что это он виноват. Да. Если бы ты не добровольно ему помогал, ты же знаешь, спрут всю информацию считает, как это было. Так что это уже не играет никакой роли. Ты садист, спрут. Ты перешел все границы. Забрали их. Отлично. Хорошо. Что у нас осталось там в клетке? Свет и... посмотри. Больше ничего.
И под этим светом открывается портал в галактическое ядро, и свет уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем, включаем высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняем все остатки от интерферентов и их подключек за пределы этой комнаты. Хорошо, поехали по частотам. Переходим на частоту магического воздействия, если таковое, если было, оно проявляется. Я не помню, проявилось что-то, но оно похоже на этого ящера. Рычит что-то. Отправляем в клетку тюрьму 1, 2, 3. Кто-то что-то желал ему. Хорошо, выстраиваю канал от этого фантома и притягиваю ответственного. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Женщина. Она меня видит? Ты магию делала? Ставим маячок над ее клеткой. Если это заказчик зеленый, если исполнитель красный. Какого цвета? Зеленый, красный. Она просто злая, он ей перешел дорогу. И заказчик, и исполнитель. Понятно, отлично, хорошо. Влад, просканируй, у нее есть магическая защита? Она говорит, да не колдунья я, она старая. И это было очень давно все, когда она была моложе. Значит, она словами просто очень Анна. Очень Анна. Зло она постоянно во сторону посылала злость. Ну вот, Анна, видишь, как эта злость возвращается назад? Сколько лет прошло, и ты стоишь в клетке. Она тебя Милок называет. Не надо меня Милок называть. Изменилась, я говорю. Злость понятно. Ушла. Но сделанного не воротишь. Сделанного не воротишь, это верно. Хорошо. Проси прощения у Валерия, и я аннулирую тогда эту магию. И Валерий должен тебя простить за это. Тогда мы заканчиваем этот разговор. Если не простит, я отдам тебе эту магию назад. Итак. Она говорит, да, если бы можно было так. Можно нет, сейчас. Нет, меня уже там. Живых. Она ушла? Уже да. Не живет на земле? Понятно. Говорит. Она все равно может облегчить себе свою жизнь там, если она сейчас искренне попросит прощения за то, что она сделала. Валерий ей простит это. И на этом у нее там улучшится. Ей зачтется. И эта возможность у нее сейчас есть. Давайте, Анна. Она, знаешь, что говорит? Она говорит, я прошу прощения у Валерия, у всех, кому я причинила зло. Мучаюсь я сейчас очень от этого. Хорошо, Валерий. И она ему сейчас тоже говорит, ты прости меня, Милок. Понятно. Валерий, сейчас вы должны простить Анне за то, что она сделала, она попросила у вас прощения, вы должны принять это прощение. Вы готовы это сделать? Он говорит, кто она такая, я ее даже не знаю. Тем более, прощайте человека. Перешли вы кому-то дорогу, было это давно. Произнесите слова, то, что вы принимаете это прощение. Он отвечает, Вера? Он говорит, что я прощать буду, у меня, может, жизнь совсем другая бы была. Валерий, она у вас будет другая, но не в лучшую сторону. Если вы сейчас не покажете то, что вы осознанная душа, и когда у вас попросили прощения, вы простили человека. Если у вас нету этих энергий и осознанности, то я аннулирую эту магию здесь на месте, но это вам будет записано не в плюс. Как вы решаете? Ваше последнее слово. Хорошо, прощаю. Отлично. Анна, он простил вас. На счет три аннулируется магия. 1, 2, 3. И этот фантом, который там стоит рычащий, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Отлично. Анна, вы себя лучше чувствуете? Благодарю, мне намного лучше. И посылаем вам от нас по каналу энергии света. 1, 2, 3. Пусть она поможет вам там, где вы находитесь.
Он говорит: ух, спасибо, энергии мне здесь не хватает. И я хочу еще раз повторить. Я прошу прощения у всех, кому причинила зло. Пусть мои слова дойдут до каждого. В этом случае вам повезло, за других сказать не можем, они должны лично присутствовать. В любом случае, это большое облегчение для вас. Хорошо, Анна, мы желаем, будем возвращать вас назад. На каком уровне вы сейчас находитесь? Я раскаиваюсь. -3. -3. Это очень низко, конечно. Хорошо. Давай сделаем энергетическую свечу. 1, 2, 3. В моих руках появляется энергетическая свеча. С любви, абсолюта, света. И я хочу передать. Анна, возьмете к себе? С собой? Она будет вам освещать дорогу. Ну, я как внутрь себя, внутрь своего тела, по центру поставила, как стержень, да? Поместила, да. Отлично, хорошо. Ну что ж, буду возвращать вас. Откуда вы пришли, надеюсь, вы скоро подниметесь. Нам благодарит. И открывается портал на чистоте Анны. 1, 2, 3. И Анна уходит. Ему посылаю ими наилучшие пожелания. Закрывая, печатаю, растворяю. Такие вещи бывают. Она сказала, что эта свеча будет мне напоминать, что где бы я ни находилась, есть любовь и доброта. Ну, ушла. Хорошо, закрывая портал, опечатываю, растворяю. Поехали дальше. Хорошо, мы закончили чистку. Валерий, как вы себя чувствуете? Он говорит, перемены есть, но я пока не понял. Мне нужно прочувствовать и привыкнуть к энергиям. Да, для этого мы будем сейчас возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и все эти энергии синхронизируем и сгармонизируем с вашим физическим биороботом. Безусловно, вас будет некоторое время колбасить, потому что 18 лет массивнейшего воздействия этого ящера и спрута, которых забрала межгалактическая полиция, они сейчас надо время, безусловно, для того, чтобы все это зажило и энергии наполнились. Но с момента поступления этих энергий у вас начнется практически моментально улучшение вашего физического состояния. Хорошо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Валерия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.